Информ проводится уже, проводился уже в 40 регионах России. Проводится это мероприятие уже 5 лет. И, конечно, здорово, что он наконец-то добрался до Тюменской области. Мне кажется, очень важным это мероприятие, потому что в нашей профессии нужно учиться бесконечно и получить эти навыки из первых рук людей, которые, ну, в общем, занимаются какими-то прорывными технологиями в наших медиа. Это всегда интересно. Особенно интересно то, что мы много будем говорить про социальные сети и про сторителлинг, и про то, как вести редакционные паблики. В этом плане, я думаю, что будет очень, очень, очень полезно. Всего сейчас у нас зарегистрировано порядка 120 человек уже. Это представители СМИ Тюмени, районов области. Приедут коллеги из Курганской области. Вот, может быть, кто-то из наших северных коллег, из Хантов, с Ямала тоже подъедет. Ну, судя по количеству зарегистрировавшихся участников, интерес огромный к этому мероприятию. Вот, ну, все-таки редко собираемся, так сказать. А здесь есть хорошая возможность вот, ну, из первых уст получить какую-то такую понятную информацию.